Ребят, всем привет. Извиняюсь, что так тихо, но хотел бы показать вам ролик. Сейчас 2 часа ночи. Я приехал домой в 12 и бросил, видите, пирашкам, как всегда, хека. Ну, съемочка довольно интересная. Смотрите, тут хека объедает. Просто шикарно, да? Птеригоплихт. Птерик. И вот еще один снизу ждет своей очереди. А пирашечки вот. Вот, вот еще один. У меня их, видите? Вот. Раз. Два уплыл. Три. Четыре. И вот метинес. Пираньи там. Во. Чуть-чуть они, конечно, обгрызли. Видите, стекла такие отражаются. Потому что не почистил. Сейчас корягу новую в аквариум опустил. Но это от воды подтеки. Ну, ничего страшного. Мне хотелось показать вам довольно интересный, как мне кажется, такой. И кадр интересный. Смотрите, ух. Да, сейчас мы вот так посмотрим. И вот пираньи не подплывают. Так у меня спрашивают, неужели пираньи не съедают самов? Видите, полностью жив, здоров и еще вот как красив. И вот так вот обсасывают. Вот помоложе. Тоже, конечно, верхний плавник шикарный, да? Вот пирашечки. Хотел я вам показать ночную съемочку. Вот практически показал. Видите, ушел он. Оставил. Но пираньи, наверное, уже... Как видим, это обладали. Ну, чуть позже они закончат свое дело. Какие-то кусочки отлетают вниз. И ребята доедают. Так что, ребят, вот такой вот коротенький ролик. Надеюсь, интересный. Ну, необычный, это точно. Кто не поставил лайк, ребят, поставьте. Буду очень признателен. И подпишитесь. Всем пока-пока-пока.